Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Растет в моем дворе вот такая вот груша, сорт лимонка. И сегодня я приготовлю настойку грушевую мятную с имбирем. Итак, нам нужно 0,5 литра водки, или лучше самогона фруктового, груши, так что влезли в литровую банку нарезанные, 2 веточки мяты и имбиря грамм 25-30. Нарезаю полную банку груш дольками. Слой груш, немножко мяты, немножко имбиря. Сочетание запаха груши, сорта лимонка, мяты просто превосходное. Заливаю все водкой. Закрываю крышкой и на недельку отправляю в темное, секретное место. Прошло ровно 10 дней настаивания грушево-мятной настойки. Я думаю, ее пора слить и продегустировать. Начинаю дегустацию грушево-мятной настойки с имбирем. Наливаю. Итак, на цвет она красивая. Такой вот у нее золотисто-желтый цвет, хороший, такой приятный. Итак, на запах. Запах, честно признаюсь, хороший. Мягкий, нежный аромат груши с таким вот резким сочетанием мяты. Хорошо друг друга дополняют. Классно. Не знаю, как другие сорта груш, но именно этот сорт груши лимонка хорошо сочетается с мятой. Класс. Пробую. Итак, вкус чрезвычайно мягкий. Это, скорее всего, мягкость груши. Хорошо. Доминирующим вкусом в этой настойке есть вкус мяты. Он есть таким основополагающим. Потом идет мягкость груши. И в конце такое легкое-легкое жжение имбиря. Я бы добавил еще чуть больше именно корня имбиря в эту настойку. По поводу крепости. Она не ощущается вообще. Вот выпил и как будто бы здесь нет вообще алкоголя. Даже не знаю, какой здесь процент. Ну, думаю, около 30 точно есть. Мягко. По поводу сладости. Вполне хватает сладости груши. Ох, красивый же цвет какой. Запах классный, хороший, приятный, мягкий. В итоге у меня получилась хорошая, мягкая летняя настоечка с хорошим грушево-мятным вкусом. Супер! Рекомендую, если есть такой сорт груши, попробуйте. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!